Йоу, сап, вы находитесь на канале Чеггер Аут, меня зовут Альтер, а это реакция на трейлер «Черная вдова». По-моему, все это последний, я надеюсь, хватит говорю уже кормить всем, трейлерами. Ты уехал на запад. Давайте зацепим. Ты учитель физики. Твой муж, он дома ремонтирует. Хотите сменить жилье, но ждете снижения ипотечных ставок. Это не про меня. До того, как стать мстителем, я наделала много ошибок. Нажила много врагов. Ну, интересно посмотреть на этого чувачка. Его позывной Таскмастер. Главный по красной комнате. Там промывают мозги. Сознание оставляют, а выбора нет. Я должна была забрать тебя. И сколько еще таких? Полно. Саунд, как всегда, хорош. Туда, где все началось, чтобы больше они никого не искалечили. Но больше мне понравился в первом трейлере. Мы семья. Мы с тобой до конца. Тебе не победить. Я давно поняла. Прошлое лучше забыть. Или я просто тебя прикрываю? Да, мой план был уйти от погони. Ясно, плана нет. Перед каждым из нас встает выбор. Быть тем, каким ты выгоден мир, или самим собой. Я сделала выбор. Хватит бегать. Кошмар, кошмар. Типично. Ну, так. Опять эта сцена. Я скажу, как все будет. Наташа, не надо сутулиться. Я не сутулюсь. Ты хочешь горб заработать? Не спорь, мамы. Слушайте, ну спина, вы... Спина. Так, все, уймитесь. И ты тоже. Я молчала вообще. Ты нормальная? Не знаю, что так. Что будет с этим фильмом и как он соберет, не соберет кассу. Мне кажется, сам персонаж не интересен и сам этот злодей тоже мало известен у нас тут в России. Ну, это, конечно, вот прям вот те, кто любит комиксы, они, конечно, да, они кайфанут с этого всего, как мне кажется, а может и нет. Ну, я в любом случае пойду посмотреть, конечно же, потому что интересно. Посмотреть, что было вообще в прошлом с «Черной вдовой». Вот и все. Но трейлер особо каких-то эмоций у меня не вызвал. Типа, ну, норм, да, окей. Сказать, что прям вау, как-то заинтересовал, допустим, как Морбиус, то нет. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. Check it out.